Доброе-доброе утро. Короче, у меня сегодня очень важный день. Я сегодня еду же доделать свою татуировку. Единственное, что очень поздно, туда надо ехать аж на 3 часа, но уж как есть. После вчерашнего видео объявился мой строитель, который делал ремонт, и сказал... Мне знаете что? Такой типа, чё это вы меня обсираете в чате, ну, в телеграм-канале? Что это такое? Что вы за цирк устроили? Я говорю, ты делать будешь или нет? Я не могу, я снова уезжаю. Да, я знаю, что я взял денег. И никто ничего не сделал. Меня просто не было. Его не было в течение нескольких недель. Но это как он рассказывает. Но по факту он был. Ну, короче, понимаете, я его обидела. Обидела мальчика. Теперь мальчик обижен и не собирается вообще ничего делать. Ни денег возвращать, ни приходить ничего доделывать. Вот так вот. Понимаете, сказала, что меня кинули. Бедного мальчика обидели. А, ладно, это такое. Это дело все приходящее и уходящее. Я сильно не расстраиваюсь. Мы с соседями домовились, что доделаем сами, как сможем. Не сможем хорошо, хотя там нехорошо. Если вот то, что сделали, это хорошо, то простите, пожалуйста, подвиньтесь, это нехорошо. Поэтому мы сделаем точно так же, может быть, не так хорошо, как сделали хорошо, но сделаем хотя бы что-то. У нас остался один этаж, один. И этот один этаж надо хоть как-то довести до ума, до разума. Но сейчас пойду немножко помогу, а потом все, я собираюсь и я уметаюсь. Я себе уже тут вещи погладила, здесь тоже вещи погладила. Короче, уже и сбросила свою кардиограмму мастеру татуировки. Да, именно свою кардиограмму. И сегодня, наконец-то, я закончу со всеми этими вещами. Ну что, уехали. С одной стороны, очень даже интересно. Ну, что сказать. У нас немножко получается. Мы молодцы. Сейчас-то ко мне в мою баночку надо, чтобы перелили сюда вот эту белую сумесь, чтобы я дальше продолжила. Так, все, чуть-чуть еще не поотмывала. Первую часть закончили, теперь я там снизу и под свой рост все сделала. Дальше у меня уже не хватает моего роста, и я не могу, и лестницы нету. Короче, там уже мужчина будет доделывать до конца, что я не смогла доделать. Теперь оно должно все высохнуть, и завтра нужно по второму слою делать. Ну, вроде бы неплохо получается. Я завтракаю и собираюсь, и мне же надо вообще-то куда-то уезжать. Стоит на меня, смотрит, чтобы я ему, знаете, что дала? Игрушку. Стоит возле своего этого корыта и скулит. Ну, в чем дело? Что ты не можешь взять? Выбирай. Все? Боже, чудо-юдо. Теперь довольный. Довольный? Достали тебе то, что ты хотел. Я тебя обожаю. И вот что у нас получилось. Ну, более-менее мы сделали. Теперь нужно еще вторым слоем то, что мы вот это вот делали. И после этого уже красить и потолок каким-то образом добраться еще туда. Ну, в общем, так. Теперь уже это смотрится якось симпатичненько. Столько времени ждали, за 2 дня взяли и сделали. Я поехала, ребята, пожелайте мне удачи, чтобы у меня сегодня все получилось, чтобы у меня сегодня все сложилось и чтобы у меня сегодня все вышло. У меня такая погода шикарная, на улице светит солнце приятное, такое прям вот незатуманенное солнце, плюс ветерок теплый, но с холодком. Не обжигает тебя. И тепло. Вот это вот то, что прям доктор прописал. Идеально. Как раз погода для долгих прогулок.
и вообще для долгого хождения. Поэтому мне сегодня крупно повезло ехать к черту на куличке. Я нашла временное спасение, чтобы моя сумка не скрипела. Я сюда... А, он уже потерялся. Листочек сюда вставила, и она перестала скрипеть. Хотя мне посоветовали, знаете, чем намазать? Аромамаслом вот этот вот бок. Но я побоялась, потому что все-таки сумка трется об одежду, и могут быть потом от масла следы. Короче, я не знаю, пока так хожу. Я в метро заснула, я так, меня просто начала выключать. Глаза закрываются, и все, я ничего не вижу. Вот единственное, не помню, в эту сторону мне или не в эту сторону мне. Пошла в магазин купить себе вот такой вот кофе, потому что я просто засыпаю на ходу. Наверное, из-за того, что я вчера очень поздно заснула, рано встала. Сегодня вообще встала чуть светлее заря. Меня вот это начало клонить в сон. Я не представляю, как я сейчас там на татуировке буду сидеть. Мне просто лежать нужно и храпеть. А мне придется там часа полтора сидеть. Я чумею, я не выдержу. Сейчас хочу, знаете, куда зайти? Никуда. Нет, зайду все-таки. Думаю зайти вот в эту вот Аврору, посмотреть, что тут есть. У меня все равно еще целых полчаса времени. Чего интересного там нету, все как и везде. Поэтому я сижу, жду. Немножко в себя прихожу на свежем воздухе. Реально меня просто выключает. Я не знаю, как это работает. Я сижу, у меня вот так вот тюк, куняю носом. Так, мое сердечко подкорректировали. Теперь оно красивенькое. Смотрите, какое. Сейчас будем делать браслет. Это самое сложное. Эта линия моего сердца готова. Это было сложно, но мы это сделали. Вот и все. Ничего не показывала вам, но вы уже видели, что же вам тысячу раз показывать одно и то же. А енотика немножко мне доделали. И вот здесь вот сделали вот эту вот линию импульса, пульса, короче, линию сердца. Пока оно все находится в состоянии опухшести, пока оно все находится в состоянии пленки. Опять. Сегодня, кстати, болит так неплохо. В прошлый раз вообще не болела, а в этот раз побаливает конкретненько. Аж подуть хочется. Но выглядит как-то так. Мне нравится. Что будет? Как-то мне надо выйти отсюда. Вот. Чё? Понимаете, да? Вот, что будет дальше, я не знаю. Короче, поехала я домой, потому что мне уже с собаками надо идти гулять. Я опять не могу пойти. Вот, смотрите, как. Прикольно. Я зашла в магазин и решила кое-что померить. Вот такую вот футболочку, юбочку. Начинаем. Слушайте, ну мне эта юбка нравится. Она очень прикольная. Есть еще вот такая вот юбка. Мне тут подъемник, не знаю, он так просвечивается, но юбка тоже очень классная. Но если вот, например, с футболкой какой-то длинной, то очень заметно вот этот подъемник. Не знаю. Реально, его очень видно сильно. Но юбочка тоже хорошая. Еще вот такая футболочка есть. Она мне тоже нравится. Я вообще люблю такие футболки морячки. Мне нравится, что здесь рукав максимально длинный и очень хорошо. Юбочка это прикольная, но подъюбник мне не нравится, он меня бесит. Но тут карманы есть, это так удобно. 6:30, а я еще не дома. Я не люблю делать дела во второй половине дня. Я всегда люблю делать дела с самого утра. Сделал дело, гуляй смело. А когда во второй половине дня, мне кажется, я всю жизнь пропустила. Мне вот надо все делать до обеда, реально. Вот до 2:00 я должна успевать все. А потом у меня уже какое-то такое идет расслабление. А тут весь день какой-то набекрень. Туду-туду-туду-туду. Короче, Кира меня дома ждет. Знаете, что она мне сказала? Мама, мне нечего одеть. Она меня уже бесит. Я в парадной и слышу тут. Боже! Я тебя не увидела. Прости, пожалуйста, идем. Истеричка, да. Все. Пошли.
Чудо мое, Юда. Его не видела. Дверь закрылась, я поднимаюсь. Слышу, орет. Я спускаюсь, открываю ему двери. Он меня, видимо, увидел, я его нет. И вот эту вот истерику. Где ты? А где ты? Пошли, мой хороший. Господи, это же надо так кричать. Let's go. О, как хорошо, еще надо один слой. Тут уже тоже кипиш. Идем, идем. Господи, как тут жарко. Тера, домой. Фух. Кира, на улице очень тепло. Уже реально тепло? Потеплело. Я мокрая вся, посмотри. Ты очень тепло одета. На. Я эту штуку взяла, чтобы с собой взять. Очень жарко. Вечером холодно. А где Вика? На кухне. Привет, мои хорошие. Сейчас пойдем гулять. Я просто вся мокрая. Реально очень потеплело. Ветер ушел, и теперь жара. Нет, думаю, все равно кофту лучше с собой взять. Не знаю, возьми вот одень вот это вот. Новое, что я принесла. Ну, давай. Мирни. Эта футболка просто максимальный оверсайз. Кира, всего лишь 200 гривен. Все меряй? Ну, меряй, да. Я без ничего там. Ой, прости. Да матерь божья, что ж случилось? Ты что, влюбилась? Капец, какая ты красивая. Ты посмотрите, как Вика одета и как Кира. Ты видела, как она одета была? Да. А ну. О, шикарная? Бери дальше. А показала Кире. Что, просто мне футболочка? А мне показала. А, татушку ж, да. Смотри. Кайф. Круто? Класс. Кира, ты видела, смотри. Да, ты же не скидывала. Красиво. Классно. Да, значит, ты эту собаку, ну, пожалуйста. Боже, ну давай. Да сейчас идем гулять, сейчас они гулять хотят. Сейчас идем. И ты, мой бусинка, сейчас идем. А где Шанти? Я не знаю, даже где Шанти. А у тебя опять. Сзади. Вот. Давай. И тебя тоже погладила, всех погладила. И еночика мне ты немножко подправили, подкорректировали. Да. А ну-ка. Клевая? Прикольная. Мне тоже понравилась. Такая яркая, классная. И под эти джинсы, кстати, круто. Мери юбку. Это самое интересное. Все, опять разворачиваемся на красивую Викторию. Выровняй это спину. Юбка, которая мне не идет. Грудь вперед, спина ровно. Она же достала уже. Я постоянно говорю, выровняй эту спину. Она ходит горбатая постоянно. Фу, как тут жарко, это просто невозможно. Мне холодно. Я надеюсь, что подойдет по размеру. Да, там надо все раскрыть. Оно сбоку должно быть? А, да. А, нет, наверное, сзади все-таки. Сзади. Да. Вот. Вот так. Ой, ну прикольно, мне нравится. Только под обувь надо сразу же мерить, потому что без обуви очень плохо смотрится. И даже вот так вот круто. Она какая-то вообще не длинная. Но она не длинная, она не должна быть длинная. Ты когда обувь оденешь, ты же меня видела, когда я тебя сбрасывала? Подобно сразу по-другому. Так, собаки, одеваемся. А ты что, до сих пор с этими штуками ходишь? Она не отмывается. Кстати, по поводу кофты, то, что нам не... А мне нравится, Кир, я не знаю. Марш. Что? По поводу кофты, я забыла. Я поголодала. Да? Ну давай, может быть, что-то получится у нас. Я на OLX заказала себе кофту, но заказала ее наложенным платежом с предоплатой в 100 гривен. И человек пропал. Сколько бы ему ни писали, он пропал. Вот это вот Вика говорит, что подала жалобу. Ну я подала жалобу самому OLX, то, что типа меня развели, типа отправку не отправили.
наложенным платежом о потере, типа, деньги не вернули, и просто, типа... Правильно. Но у меня заблокировал. Заблокировал? Ну, понятно. Значит, точно кинул. Значит, просто кинул. Значит, вот так вот и зарабатывает. А что, не подошел топик? Нет. Нет. А подожди. Тогда белая рубашка. Майка нравится больше. Вот реально с маечкой смотрится круто. Но так тоже неплохо. А белую не хочешь попробовать рубашку? Точно так же сделать. Да, да. Что теперь Кира нашла, что одеть на улицу? Наконец-то. Да, ты думаешь, она нашла? Подождите, подождите, мой хороший, голодные игры только начали. Так покажись. А так, Вик. Покажись. Ты знаешь, очень даже хорошо. Очень даже и неплохо. Да. Ну блин, ну это моя тема. Мне так нравится. И сюда эти белые, чисто белые кедики. Будет круто. Все, я ухожу, девочки. Давай. Кит, поубираешь здесь, пожалуйста? Все красиво, только по местам. Пошли гулять. Собак я выгуляла. Фух. А теперь надо бежать в магазин, потому что я хочу кукурузы купить на салат. И хлеба у нас нету вообще никакого. Поэтому надо пойти исправить ситуацию. И яйца. Не забыть обязательно яйца. Напомните мне. Знаете, что нам сказали? Что у нас в этом доме будет АТБ. Будет Аврора и будет АТБ. Прикиньте. Я вообще в шоке. Где-то вот здесь вот. Где там? Где-то вот здесь вот в подвале. Там, где мы когда-то прятались. Когда война только началась. Обалденно. Если, конечно, это правда, то это будет очень круто. АТБ это хорошо. Главное, чтобы оно было чистое и хорошее. Уже только пришла домой, и на меня все гавки. На. Держи. Приятного. Кушай. Что? Что? Что я купила в магазине? Сейчас я покажу. Это все продукты, чисто продукты. Купила картошку. Хочу сделать картошку фри. Картошка фри получается в аэрогриле только из такой картошки. Я не знаю, что это за сорт, может, сделать. Вот кто знает, что за сорт в этой картошке? Где ее можно купить, чтобы не покупать вот такую вот порезанную, а купить целую и сделать такую порезанную. Но это именно какой-то определенный сорт для картошки. Короче, вы поняли. Наггетсы. Колбаску. Хлеб черный. Что тут еще? Горчичку вот такую вот, зерновую, цельнозерновую, горошек, ну то есть в принципе тоже чем шла, сухарики туда же к салату, и вот такие вот себе купила, как это называется, запеченный мюсли, вот, хочу с молочком с утра себе сделать такой легкий завтрак, да, чего-то давно такого легкого не ела, хумус. Почему-то захотелось мне хумуса. Думаю, с бутербродом на ночь должно быть идеально. Конопляные багеты. Конопляные галеты. Мне понравилось. Тоже перекус. Отлично, если сильно хочешь кушать. И яйца. Все. Все, ребята, ничего не купила больше. Да, тут больше ничего нету. И вот это вот все, что вы понимали, вышло 700 гривен. Вроде бы, да, тут практически ничего нету, но тут практически есть что-то. И как всегда пришел снег показывать свой срачельник. Простите, пожалуйста. У него очень красивая попочка. Говорят, на ночь мусор выбрасывать нельзя. Также Маша делает это именно на ночь. Готовила здесь уже салатик. Здесь у меня листья салата. Помидорки, кукуруза и сухарики. Горчицу, кири, кетчуп, ой, майонез чесночный. Здесь наггетсы. Еще у меня под вечер так адски разболелась голова, что я аж вообще говорить не могу. Мне больно разговаривать. Это жесть. Вот ни с того ни с сего. Тык,
и все. И знаете, как не просто боль, а вот я хожу, а мне больно от того, что я хожу. Такой, почему я это называю, головную боль это называю разбитые бутылки. Вот именно так. Даже вот головой вот так вот шатать больно, кажется, что тебя там вот эти разбитые бутылки колят со всех сторон. Неприятное ощущение. 9:30. Кира сказала, что 9:30. И она прям четко вовремя, смотрите, 21:27. Как всегда, не может попасть в квартиру. Как всегда, ты не можешь попасть в квартиру. А у тебя нет второго ключа? Нет. Реально? Угу. Такого копии нет? Я не знаю, зайчик. Ну, иди сюда. Иди, мой хороший. Иди, мой сладкий. Ты видел, что у меня с руками эзотера? Ой, это не буду. Я смою. Ацетоном. Это ж маркер для тегов. Видишь? Поцарапанные? Я как будто режу руки, посмотри. Я знаю, у меня тоже. Она просто очень тяжелая и думает, что она маленькая, легенькая девочка. Ты очень классно выглядишь сегодня. Спасибо. Пожалуйста. Все, я тебя дождалась, и тогда я могу точно уже всем мне сказать. Мне очень нравится юбка, она такая классная. Я такая легкая. Да? Неужели тебе нравится? Да, мне нравится. Ты же говорила, что она короткая. Ну, я просто думала, что она будет длиннее. Типа, вот, типа. Я поняла, но нет, она именно такая. Это не макси, это миди, наверное. Вот это такой размер. Я не знаю, как они называются, эти размеры. Знаешь, они сказали, что это платье? Платье? Кто сказал? Точно мальчик. Радковский. Да. Он мне сказал, что это платье. Я, кстати, ему придумала кличку. У него же у единственного. А, у него есть кличка, да? Да. Но я ему придумала другую. Гулливер. Почему? Ну, потому что он такой высокий, выше всех здесь взятых на районе. А мы все, он Гулливер в стране лилипутов. Я сегодня, кстати, мимо него проходила, говорю, Гулливер, привет. У меня каждому из Кириных знакомых даю какую-то кличку. У нас есть мальчик, тоже такой высокий, но он большой такой, знаете, вот реально вот не полный, а именно у него крупная кость, он крупный. Этот лунтик. Но его все называют ключиком. Я единственный его называю лунтиком. А знаешь, почему он ключ? Почему он ключик? Почему? У него фамилия, по-моему, что-то связано. Нет, он в 19-м году, когда у нас была общая компания, он носил ключи на шее. А почему чип? Чипедрон. Ага. Чип. Чипедрон это так придумали, а вообще у него кличка Чип. Чип, потому что Сережа пошутил про то, что его родители и ему чип поставили. Они поставили ему локатор и смотрят, где он находится. Ага. И он пошутил, типа, давай они тебе... А может они тебе еще чип пришьют? И все, он Чип. Ну, но мне нравится, когда так называют, поэтому он у меня подписан Радковский, только я так его называю по фамилии. А я его называю Гулливер. А ключика я называю Лунтик. Причем я его всегда... Лунтик, привет! Мне кажется, он уже просто даже привык к тому. Его даже некоторые называют Лунтиком. Вот тот же Сережа его иногда называют Лунтиком. Поэтому... Я называла его всегда Илья. И мне когда говорили, ты про какого Илью говоришь? Я такая, в смысле? Ну, про того. Они такие, а, его Илья зовут? Реально? Я не знала. Кстати, два Ильи, Кир, ты заметила? Два Ильи и два высоких. Да. И скажите, ребята, у вас есть друзья Илья? Они тоже все высокие? Может, если ребенка Ильей назовешь, то он вырастет очень большим? А-а-а. Ну, этот Гулливер точно вот такой, реально вот такой. Лунтик тоже такой же высокий. Ключик выше, чем... Этим двум надо идти в баскетболисты, а они фигней страдают. Что? У меня видно угол. Да. Ну хотя бы немножко видно? Да. Им наш угол. Да. А помнишь, у меня просто раньше вот такая вот так прямо было. У меня не было, не видно было вообще угла. А кстати, сейчас? Реально, да, видно. Вот, видно. Это Кира делает массаж гуаша каждый день. И скулы более, смотри, даже когда улыбаюсь, они все равно остаются. Ой, какая же ты моя скульная, раздевайся. Ребята, а вам на сегодня все? Чавушки, какашки, цовочки и лавушки.
Всем пока-пока. Пока-пока. Я пошла кушать, не спать. И тебя тоже люблю.